Может быть так? Мне кажется, так лучше будет, да? Ребят, всем привет, меня зовут Максим Шубин. Канал это реально интересно и, похоже, нас остановили. Как-то так. Жаль, что многие из вас уже отписались. Надеюсь, вы все-таки поняли ситуацию. У меня украли канал. И вроде теперь справедливость восторжествовала. Да, друзья, это случилось. Я, честно говоря, не ожидал того, что буду на этом канале, буду что-то рассказывать на этом канале. И, честно говоря, эмоции захлестывают. Я, когда это только увидел, чуть не заплакал. Даже сейчас, записывая это видео, у меня какие-то, знаете, такие смешанные чувства. Вроде бы и радостно, но слезы немножко так накатывают на глаза. Не знаю, заметили ли это на видео, но... Тем не менее, друзья, похоже, канал это реально интересно восстановили. Я пока точно не знаю, потому что это самое первое видео. Я не знаю, сколько его посмотрят. Но знаете, ребят, то, что меня взломали. Меня взломали 18 июня 2019 года. Примерно с 12:00 до 2 часов дня меня взломали. Именно в этот промежуток времени взломали. Вот, возможно, кстати, взломщики тоже посмотрят этот ролик. Возможно, посмотрит индус, который... купил мой канал. Привет вам всем. Я снова на этом канале. Как-то так. Я не буду никакие жесты показывать на ютубе, хотя, наверное, хотелось бы, но учитывая жесткие правила ютуба, я не могу этого делать. Иначе этот ролик забанит, да может быть опять канал забанит, еще что-то, я буду прям паинькой, но, конечно же, буду делать ролики на этом канале, поэтому, ребята, не отписывайтесь, а наоборот, подписывайтесь и давайте наберем как можно больше лайков. Просто подпишитесь, как бы, да, взяли, подписались, колокольчик, естественно, нажали, кто еще не нажал, или у меня здесь автоматически нажался сам. Вот, также ставьте лайки, друзьям рассказывайте, вот. Колокольчик для чего вообще нужен, чтобы не пропустить новые стримы, новые ролики на этом канале, и, возможно, сейчас прямо на этом канале идет стрим, на котором вы можете задать вопросы, я могу сразу же на них ответить. Вот. Я постарался какой-то несколько более интересное, чем обычно я делаю, вступление сделать этого ролика. Надеюсь, вы это оцените. Не знаю, насколько это круто, не круто получилось. В общем, пишите в комментариях. В любом случае, у меня очень смешанное чувство, потому что я уже не верил. Я уже не верил, что получится. Я уже не верил, что мне канал вот реально интересно смогут вернуть. Хотя, опять же, я до сих пор еще не верю, потому что я пока только записываю ролик, я не знаю, смогу ли его выложить на этом канале и сколько, опять же, его посмотрит. Пожалуйста, максимально распространите этот ролик, прям максимально всем своим друзьям, паблике и так далее, чтобы другие ютуберы, другие люди тоже знали, что такая ситуация произошла. И вот чем, хочется сказать, она закончилась, но пока еще нет, потому что нет видосов на моем канале, вы можете это посмотреть, просто зайдя на главную страницу канала, да. Также на канале реально интересно исчезла галочка, теперь ее нету, то есть типа неофициальный канал, хотя опять же на нем сейчас присутствует 454 127 подписчиков на момент записи, я не знаю, сколько будет на момент публикации, возможно меньше, потому что люди прежним почему-то отписываются, потому что, видимо, верят, что канал я продал или еще что-то. Почему-то люди думали, что я канал продался и так далее, и все такое прочее. На самом деле нет, меня украли. Также я перешел на другой канал, на канал Шубин Стрим. Все, ребята, обязательно на него подписывайтесь, прям обязательно. И также на запасной мой канал Максим Шубин. Максим Шубин такой запасной канал, то есть там я могу, в принципе, публиковать и стримы, и видосы. Вот, и канал Шубин Стрим, то есть... Пусть будет про запас, так сказать. Ну и, конечно же, нашу группу ВКонтакте, это реально интересно. Я там везде сообщал, что у меня украли канал. Если вы не слышали, значит, вы, наверное, не подписаны на эти каналы, на этот паблик, это реально интересно, ВКонтакте. Поэтому, ребят, подписывайтесь, и тогда вы будете в курсе всего. Также у меня, ребят, появился новый Инстаграм, где я регулярно публикую различные истории, различные, ну, сторис, конечно же, как они более правильно, так сказать, называются. Даже по-русски. Также посты публикую время от времени, так что... Хотя почему время от времени? Достаточно часто публикую, наверное, постов, может быть, 4-5 в неделю. Так что, ребят, подписывайтесь, жду вас там в Инстаграм. Ссылка есть в описании, конечно же. Вот. Так что, друзья, я рад, я буду по-прежнему делать ролики на этом канале. И надеюсь, что вы
поможете мне, по крайней мере, хотя бы поначалу будете максимально распространять мои ролики, чтобы дать нужный толчок нашему каналу, потому что у этого канала теперь нет ни монетизации, ни партнерки. То есть раньше была партнерка YouTube, теперь ее нету, ни монетизации, ничего, ни рекламы, вообще абсолютно ничего. То есть этот канал вообще ничего сейчас не будет приносить мне. Поэтому, пожалуйста, ребят, чтобы был хороший, так сказать, старт, вернее, возобновление канала, пожалуйста, максимально распространяйте мои последующие ролики. Также ставьте лайки, друзьям рассказывайте. Вот. Ну и приходите на мои стримы, можете также меня финансово поддержать. Ссылка также на донат есть в описании. Вот, собственно, не буду долго делать этот ролик. Вроде все рассказал, более-менее понятно. Если у вас остаются какие-то вопросы, то задавайте их в комментариях. Также, друзья, приходите, конечно же, на мои стримы. Я стримлю в том числе и на канале Максим Шубин, на канале Шубин Стрим. Но сейчас на канале Шубин Стрим страйк очередной раз. Там я неделю пока не могу стримить. Вот, но я думаю, скоро его сниму, да. Ну, по крайней мере, возможность будет снова стримить на канале Шубин Стрим. Вот, ну и здесь я тоже буду стримить. Так что, ребят, приходите, будем играть в различные игрушки. Shadow Fight 2, Shadow Fight 3. Я уверен, что будут и другие игрушки, в том числе мобильные. Я думаю, что процентов 70-80, я думаю, у нас будут мобильные игры на этом канале, это реально интересно. Ну и процентов 20-30, это будут компьютерные игры. Так что, ребят, предлагайте в комментариях, какие игры, рубрики вы хотите. Вот, также я буду пытаться делать какие-то коллаборации с другими блогерами. Также, ребят, напишите в комментариях, с кем вы хотели бы, чтобы я сделал коллаборацию. Все, ребят, с вами был Макс Шубин. У нас вот все-таки радостные новости наконец-то. Всем удачи, до скорой встречи. Пока.